Идет вперед Джексон, поддавливает своего соперника. И сразу же молния форсирует события. Тем временем Белтран занял более удобную позицию у сетки. И теперь уже вот такая серия. Тройка в исполнении Белтрана. И сразу же правой прямой попадает Джоуи. Тем не менее поддавливает Квинтон Джексон. Выцеливает своего оппонента. Совершенно явно рассчитывает Джексон застрелить его, скорее всего, в первом раунде уже. Ну а Белтран выглядит так немного суетливым. Много двигается. Явно совершенно не хочет попадать в прицел своего соперника. И сразу же Джексон начинает разводить руки вверх, призывая своего соперника в центр клетки, призывая его к более активному ведению этого боя. Но вот сейчас Белтрану главное не поддаваться на эти провокации. Очень медленный сейчас был правый оверхед в исполнении Джексона. Как будто в замедленном повторе. Белтран контратакует, но вот на первых минутах явно совершенно опасается он Джексона. И стоит заметить, что здесь есть чего опасаться. Тройной джеб в исполнении Белтрана. Легко Джексон от этих, скажем так, не очень сильных ударов уворачивается. И сам, в свою очередь, идет вперед. Белтран пока что пытается отвечать на каждое активное действие соперника. Вновь Рэмпейдж прижат к сетке, но пока что здесь никаких событий мы не наблюдаем. Нет ощущения, что Белтран вышел проигрывать. Очень хорошо выглядит он пока что в эти три минуты, которые прошли от первого раунда. Не дает спуску Джексону. Было видно, конечно, некое волнение в начале первого раунда. Но вот все увереннее чувствует себя Белтран. Концовки первого раунда. И Джексон, конечно же, позволил своему сопернику вот так вот постепенно перехватывать инициативу. Полтора минуты остается до окончания первой пятиминутки. Пытался Джексон выйти из этой неудобной позиции, но вновь прижимает Белтран своего соперника к сетке. Это целый раздел в смешанных единоборствах современных, работы у сетки. И пока что Джоуи Белтран показывает свое преимущество в данном компоненте. Но извлечь каких-то серьезных дивидендов из этого преимущества Джоуи пока что не может. И зрители, которые ожидали настоящей битвы, которые ожидали какого-то феерического зрелища, свистят, все чаще свистят недовольно. Сигнал о том, что первый раунд подходит к своему завершающему уже сигналу, и Джексон включается, мощнейший правый боковой, вот так нокаут на последних секундах первого раунда. Все-таки Джексон молниеносно
перевел этот поединок в какой-то невероятный темп. Включился, спуртовал на последних секундах.